Нет. Мне пальцы вот так вот. Что, больно? Больно. А мне это все же когда вы Да, немного что-то. Не переживай. Потом закрашивать. Можно тебя попросить? Я свет начну. Поменьше было, нет. Ой, нет, забыла. Да, местами. Мясо. Я вот сейчас что-то не поняла. Он специально сейчас дадает. Я буду молчать. Сырочек, который боится виду крови. Сделал крышку по полу. Опа! Ехал. Сиан закончен. Покачнулся уже, клиент сам себе забил. Да. Нет? Он только начинает закрашивать уже. На 6, значит, терпеть можно 4 часа. Я там даже дышать не могу. Ну вот. Мне мать не помогает. Мне вот как-то держать. Такой татуировочек. Мы уже никуда не держим. Бензиально классно будет это, да? Валя, ты тоже устал? А что ты делаешь? Ручкой там чик-чик-чик кидаешь. Может, водички? Подать? Достаешь? Нормально? У тебя вещи. На улице людей поубавилось. Я хочу погулять, сходить. А, везде ты что? Ну, в этом.
прям в это ходила? Не ходила еще, я потом спрашиваю. Ты прям мне пойдешь? Я могу все просто. Такой смех, такое лицо серьезное это было. Ну, сейчас выйду посмотрю. Здесь люди обычные. Ну да, в принципе. Я пока ее привезу, Владимир, его доделаю. Да, в смысле, чтобы я там не делала. Ну. Ты на машине поедешь? Да. Ну, хорошо. В автобусе не вариант, конечно. Какая дача? Нельзя пить. А ты не собираешься? Не собираюсь, да. Все, мы не собираемся. Потом, вот что-то это... Ну что-то пошло не так потом. Мы уже собирались. Какая дача, погода вообще капец. Мы тоже собираемся. Что не получается. И погода интересует Ваня. Что? А мне нельзя, Ваня, я знаю. Нельзя. Я как мамка стою, короче, это. Слышишь? Я знаю, что нельзя. Нельзя. Так зачем туда ехать? Не выпить, не банить, что там делать? Смотреть на все это. Понятно. Ваню, и на свою дочь. Как ты поедешь со мной? Сейчас мы кого? А ладно, прикрытие просто. Да, да, да. Собака цитула.